что обычно блондинки либо дно, либо требуют просто неимоверного скилла. Какие-то проблемы. Хотя вот Лили ломает этот стереотип. А там я за Нину играю. Вот ее ясно. Ну так, перейдем к бою. Это к тому, что вот мне Ибуки очень нравится как персонаж. Хотя никогда особо она не имела. А на самом деле в третьем страйке, где у нас Ибуки впервые появилась, она не так сильно, не так агрессивно играет, в отличие от четвертого страйка. То есть если мы в третьем страйке видим полное ее унижение, то есть требуется просто бешеный скилл, здесь же ее ближний бой, ее различные комбы, различные разводки с ее кунаи, они уже нашли более удобное применение, и топовые игроки, ну, к сожалению, Стагер застанил, и я думаю, это конец раунда. Познали. И все. Да. Ну, по джампынам. Итак, второй раунд. Ибуки, что же она у нас сможет показать? Честно, у меня большая проблема возникает, как играть же против Бланки, потому что Бланка у нас все-таки довольно-таки необычный персонаж, его очень многие не любят, но его обожает создатель Текена. Ой, создатель Street Fighter, простите. Ну да. Да, поэтому он везде носит фигурку Бланки с собой. Ну, он вообще не сам немного похож, по-моему, на Бланку, то, что что-то бегает, суетится. Так, пытался зайти за спину. Нет, Ибуки хорошо блокирует. Очень много она у нас ловит чип дэмэджа с различных атак Бланки. Но да, вот здесь, конечно, не та игра, где можно отсидеться. Да, да. И, соответственно, запырить что-то тоже будет проблематично. Ну и вот обычная. Можешь говорить? Итак, к сожалению, у нас не удалось рематч. Смотрим дальше. Ну я за Ибуки болею, как ты понял уже. Да, я тоже болею за кого-то, кроме Гринга. У нас он особо не в фаворите. То есть все знают, что он играет очень хорошо, и если кто-то его победит, это уже прогресс. Ну да, болеть скорее против, нежели за. Любой гарантированный топ обычно против себя. Ну, не против себя, вернее, все радуются, когда кто-нибудь его побеждает. Естественно. Кстати, я вот... Бой закончится. Наблюдение у Гринга увидел интересную вещь. Вот, а сейчас обои у нас идет попытка Ибуки поймать хоть на чем-то Бланку. Но Бланка просто не дает никаких шансов. Ну, Гринга очень хорошо проводит концовки именно раундов. Прям очень сложно что-то с ним сделать. О, опять самый ударом с воздуха. Что же я у Гринга видел? Он... Возник вопрос, как наказывать какой-то спешл за Кэмми. Он достал мобильник, и у него там программка, и там фреймдата по стритфайтеру. Они посмотрели, ага, там минус 10, наказывает тем-то. Я спросил, а у тебя по стритфайтер кросс-текену есть фреймдата? Он на меня посмотрел и сказал, конечно. Вот так играют профессиональные игроки. Это мы играем по наитию, пытаемся впихнуть, как говорится, не этот, что вставить нельзя. Наказывает. Итак, Бланка наказывает любую попытку Ибуки что-то сделать. Фокус атака, электричество. Бесполезно. Бесполезно, да.